На спортивном поле школы села Маянга всегда многолюдно. То местные школьники затеют турнир по футболу, то активные пенсионеры устроят пешие прогулки. А раз в год здесь собираются команды из нескольких сельских школ, чтобы выяснить, какая самая спортивная. Большой фестиваль для ребят проходит в рамках социального проекта компании «ФосАгро» «Детям России. Образование, здоровье, духовность. ДРОСТ». Участвуют дети из сельских школ Быково-Трогского муниципального образования. Спартакиады, которые проводятся, они воспитывают у молодежи чувство патриотизма, дают возможность попробовать свои силы, продолжить дальнейшие занятия спортом. Фестиваль «ДРОСТ» в Балакове на этот раз объединил команды из Еланки, Плеханов, Быково-Отрога, Маянги и Кормежки. Ребята играли в футбол, бежали эстафету, преодолевали полосу препятствий и перетягивали канат. Команда из Еланки в фестивале «ДРОСТ» участвует постоянно. К соревнованиям ребят готовит учитель физкультуры. Раньше тренировки проходили на старом стадионе. Теперь же школьники гоняют мяч на современной площадке, установленной при поддержке компании «ФосАгро». Нас в школе сделали спортивную площадку, мы туда выходим на физкультуру и занимаемся. Мы готовимся, мы приходим после уроков на кружки, готовимся, нам учитель объясняет, играем в футбол. На этот раз ребята из Еланки, а также из Плеханов не вошли в тройку лидеров, уступив места на пьедестале командам из Быково-Отрога и Маянги. Ребята из Кормежки и вовсе оказались сильнее всех. При этом в турнире они принимали участие впервые и потому даже единую форму не подобрали. Выступали в своих футболках и трико. Но в следующий раз они точно будут при спортивном параде. Форму для участия в будущих турнирах уже заказали. Пробежали 100-метровку вчетвером, эстафету прошли вчетвером. Сейчас вот первый матч в футболе сыграли, 7-0 победили. Каждый вечер тренируемся, играем в футбол, волейбол, баскетбол. Спортсмены говорят, такие фестивали дают возможность встречаться и соревноваться, оттачивать свое спортивное мастерство, а там и до больших побед рукой подать. Руководитель балаковского «Дрозда» Фуркат Амиров уверен, что такое стремление ребят к спорту надо поддерживать. Именно поэтому в рамках программы «ДРОСТ Село» ежегодно проводится большая работа по развитию спорта в селах Быково-Трогского муниципального образования. Отремонтированы спортивные залы, закуплены инвентари, запущены греко-римская борьба, бокс, волейбол, футбол. В этом году также при поддержке компании «ФосАгро» в школе села Маянга ремонтируется большой спортивный зал. Спортплощадки открыты в селах Никольская Казакова, Еланка. Новое игровое оборудование появилось и в Маянгском детском саду, чтобы и малыши росли здоровыми и счастливыми.